Здравствуйте, господа. Хочу записать видео по игре на во Страдание. Запишу парочку ханчанов. Буквально недавно я получил доступ заново играть в этом лобби. И в принципе здесь очень хорошие противники. И стоит попробовать с ними сыграть. Сыграю с сакадорами. Самый популярный вид на танханете. И поехали. Надо выбрать, что скинуть, и тут надо... Так, 8, да, 8. Кто-то бы сказал, что здесь можно собрать 6, 7, 8, но это слишком оптимистично. Не тот. Я сбросил не тот. Тайл. Ну что ж, пока не особо заходит. Рука медленно развивается. Скорее всего, я с ничего не соберу уже сейчас. Да, то ему кидает Ричи. Надо выбирать, как защищаться против него. Ну, приходится защищаться с девяткой. Но тенденция такая, что если будет собирать руку, мне сейчас будет заходить, то придется потом куда-нибудь восьмерку ман кидать, скорее всего. А это уже не особо безопасно будет. Учитывая, что он кинул речь шестеркой. Так можно и проиграть будет. Так. Сейчас, в принципе, можно было кидать не семерку, а чуна. Но все это вообще-то опасненько. Допустим, вот так. Если получить восьмерку ман в пару, потом 4 ман какую-нибудь. Или 4 пин, то можно и саншку забубенить. Так. Накин, пожалуй, этот тайл. Так, пара закрепляется. Шестерка безопасна. Теперь нужно получить двойку сол. Ага, уже не важно. Получает сумму в дырку. Ну ладно. Плохой речь он кинул. Не знаю, о чем он думал. Может быть, даже головой. Так. Что ж. Вот первый раз закончен, я уже 4-е место, все. Игра скоро закончится. Скоро начнется следующая игра, следующий ханчан, да. Хорошая рука, можно собрать пинфу. Или нет. Да бутон Дора Дора. Хорошая. Хорошо звучит. Вот только бы встроить бы сюда Дору еще эту какую-нибудь здесь найти. И это бы не просрать. И был бы просто бы космос. А, заходит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну я скину это вот. Немного оптимистично, но это вообще может вырасти в минхон. Нет, это понять не буду. Тоже не буду. Тройка тоже не нужна. Не, хотя тройка на самом деле нужнее, чем восьмерка соло.
еще восьмеркой слов. Так. Он дилер, лучше против него не... Ух ты, ак 2 на АК. Так, если я кину этот тайл, каково мне будет потом? Черт его знает. H6-6. На, лучше так. Нет, блиница просирается. А шестерка надо было рисковать, наверное. Все равно, если беру всю руку, надо будет шестерку кидать. Да, надо будет шестерку кидать. Не, она же опасна. Ой-ой-ой, это баф не о стульях. Ладно, я лучше уйду отсюда. Этот тайл мне показался непростым. А семерка ман скинута без захода речи. Там могло быть и бобо. Пятерка. Нихера не сейф. Семерка проходила. Да, проходила. Вот он. Че бил на ней. Сейчас что-то не хочу просто рисковать, но рука была хорошая. А, да, я же оговорился, у меня нет, не было до бутона. У меня всего лишь один вик хай был. И все равно тут все опасно. Так, что кидать надо сейчас? Два пин, наверное. Так. Хорошо. Потом посмотрю в реплей, на что он ждал. Возможно, я сделал все правильно. Ух ты, Таньяо Саншику 2 доры. Такая средненькая рука. Я такие руки обычно собираю по странному маршруту. Мне не хочется собирать обычную руку, мне хочется, чтобы это было либо чанта, либо читой, либо кокуши, либо даже хоинь какой-нибудь. Поэтому я скорее вот так буду играть. Здесь просто очень долго собирать нормальным путем. И скорее всего эти тайлы как-то там накидаются в чужие поны. И они быстрее соберут меня все равно. Поэтому даже пытаться не стоит. Особенно учитывая, что сейчас третий восток, еще можно проиграть будет после этого. Две пары, это, конечно, немного. Ну, верхний Саншику. Черт побери, да нужно собирать верхний Саншику, мне кажется. Одновременно с этим пытаться собрать читой. Чем не план? Не надо. Спасибо, я не понял. Так, это у меня было бы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А! Они собираются. А я их просираю. Эх. Белый, запад, девятка соу. Девятка манда. Нет, дофига еще. Тревел упорно не приходит ни в чи, ни в этот самый, ни в читой. Ну вот. Надо выбирать, что кинуть. Кину единицу ман. Странно, что я еще никто ее не скинул. Скорее всего, она где-то в паре или в поне. Вот и белый. Белый хороший тайл для читоем. Надо выбрать, что скинуть. Кину 7 ман. Дискард мой уже показывает, что у меня тут, да, читой, скорее всего, уже. Потому что я уже скидываю крайний. То есть края уже скидываю. 8 пин прошла. Одна. Чтобы скинуть того, что вышло уже много. Так, 6 ман чуть-чуть не то. Кинка пока восток. Скорее всего, опять-таки эту руку не соберу. Ну чё ж. Из этих тайлов, которые я вижу сейчас здесь, в дискарде, я не вижу, как можно собрать нормальную руку. Я вижу 2-3-4. 2-3-4 соу.
4, 5, 6, 7, 8 ман, ну и пару северов. Но это все равно, даже если была бы рука, это было бы пинфономия. А мне приходилось бы все равно где-то рисковать моментами. Так что вроде бы все в порядке. Новая раздача, новое решение, новые проблемы. Выглядит как речи ничего. Может, это будет речи по Цуцума? Тогда я буду на коне. Цок-цок-цок. Так, пара единиц пин уже вряд ли будет парой. Мне нужно поймать тройку пин. Что ж мне этот читой достал уже? Не хочу. Не надо мне этих пар. Я сыт по горло парами. Пам-пам-парами. Так. Детки пин, скорее всего, будут у кого-то в паре, в пони. Или, ну да, либо так. Потому что я вижу семерочки. Свои две прекрасные семерочки. Опа, начинает заходить. Как бы сделать это подороже? Неужели я буду собирать это той-той? Как спортивщик драный. Нет, не буду. Надо уже решать, что делать с Дорой, а вот и решение. Так, пожалуйста, играю вот так. А потом скину семерку. Когда придет темпай. Нет. Так. Осталась одна восьмерка, она может. 0, 0 восьмерок. Так, нужно решать, что кидать. Единица сол вроде бы более-менее безопасно еще. Что безопаснее? А, дай так. Семерка пин вроде бы и так окружена почти полностью. Так, нужно словить 3-6-9 ман и будет темпай с двумя дорами. Три восемь в дискарде, я знаю, что это опасно. Но меня еще не пощадили. Так, юг безопасен, все хорошо. Давай 3-6-9. Ага, не такое. Ого! Это план ничего. Белый шанпай. Оптимист. Зеленый напротив. Пятерка пин вроде выглядит не тоже не особо опасный. Ну, не темпай какой-нибудь, ба. Справа угол, справа три дора и ждет на 1-4 соу. А слева ждет на 3-4 ман. Санпон. Окей. Что ж, я тут прозащищался. И опять я упал немножечко. Что ж, боюсь, здесь мне нужно немного заговнарить, собрать подешевле руку, чтобы догнать. Так, секундочку. Так, возвращаюсь. Так, есть 4 пары. Четыре пары. Давай, сделаем это. Это Яку со мной всегда. Три четверки ман. Две команды слегка подрезано. Скорее всего, если напротив нету Саншику, то она, возможно, даже. Ой-ой-ой. Надо скинуть один из драконов, чтобы не мог спрятать все это. Ага.
Троечка. Две команды хороший тел для чито я сейчас. По крайней мере, как я сейчас вижу. Девятка сон напротив, но может быть в паре. Пятерка команд залом на двоечку будущий. Ну, про это Дора. Не сразу заметил. На вторую кидать. Окай. Этот парень очень зол. Кину-ка мой южок за это. Слева может быть вот, блин, на девятку пина набилова. И Хоинс тоже может быть, что-то я засал. Слева дилерская рука, и там может быть все что угодно. Ахахахаха. Кто так играет? Рак, сука. Или он кидал из... А, неважно, да. Отлично. 504. Лучше 5 кину. Так, четверочку. А, как я вижу здесь свою руку, у меня сейчас получу семерку или девятку пин и буду жать на вторую кость из этого всего. А двойка здесь не пригодится. Вот двойка ман, которую я знал, что... А, нет, 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 погоди, нет, я передумал. Вот, блин, Акаги. А, нет. Он таки перестроился на нее. Черт, берет, это было плохо. Так можно и проиграть. На совсем. Так, ну ладно. Набраться оптимизма. Это вторая дам. Десяти так и делают. Переворачивают. В конце концов он мог на двойку сождать. Так. Надо бы собрать чем подороже. Ну, что-то мне кажется, все это здесь ограничится обычным Таньяо. Так, да бутон. Не хочу это. Давай так сыграем. Нужно хотя бы речь Таньяо. На ходу это конец. Отлично. Только не ронься, бля, погоди. Мне же страшно уже играть. Так. Двойка ман, и это и Шантен. На Ричи Таньяо. Классно, классно. Юг. Нет, лучше я оставил в юг. Сейчас какой-нибудь рак кинет Ричи. И буду ждать на четверку пин. Нет. Надо выбрать, что скинуть. 6-7. Не, он только что скинул это. К черту так скинул. Блин, нет, нет. Он не то скинул, он же сейчас сходит, собирает. Не с того начала. Надо было 5-6 ман. Блин, опять я что-то ошибаюсь. 5-6 ман был кидать сейчас. Сейчас аж шестерка может не пролететь. Хотя, если смотреть с точки зрения оптимиста, он может на чем-нибудь типа вот этого. Блин, все опасно. А это еще и Дора. Дедьман Дора, блин, как что с ней делать-то?
не заходит. Нема. Ну что ж, ладно, это раньше тоже можно пропустить. Хотя, мне кажется, сейчас мне зайдет еще. Сейчас вот, сейчас еще один ход есть. Когда я еще могу кинуть речь, если зайдет. Но нет. Ага, Цума Дорой. Ну, Манган дилерский, все честно. Я просто мог ему сам накинуть эту Дору. В такие моменты можно говорить спасибо, что мне не зашло. Ой-ой-ой. Вот это лакерская рука. Кажется, они получают не хуже, чем эту руку. И собирают быстро. Нужно на что-то с семеркой пин делать. Не, это не решение моей проблемы. Так, и Шантен где-то вот так вот. На 6-9 и 2-5. Мне уже не до выбора. Мне нужно сейчас какая-то любую речь, которую мне дадут, предложат. Игрок справа явно нацелен на 1000. Еще, конечно, не там не пондор, но он решил очень быстро это сыграть. Мне без выбора. Держи, бро, Дору. Речь Пинфудора. Все очень дешево. Ну, Цума. Ну, сейчас мне еще 2 ура даст, то, в принципе, можно и даже когда-нибудь на второе место рассчитывать. 5-200 тоже неплохо. На 300 очков опережаю этого. Как там никнейм ее? Виндорз. Окей. Это как Виндорз, только Винд... Блядь, к черту это все. Так, о, 4 дракона, все, это победа. Если у вас 4 дракона, это означает, вы показываете их и можете получить за это манган. Так, нужно ускориться. Ну, мне не могло не зайти, я же лакир. Теперь осталось только ускориться. Так. Давай кухай Дора-Дора. Мне уже это понравилось бы. Единственное, надо что-то решить, что делать. Блин, мне хорошо заходит. А, да, это будет хоница, давай кухай Дора. Думаю, как бы собрать быстрее. Поближе к мангану стоимость. Ага. Так, ну а северок. Минхон. Минхон 2 Икухая Дора. Звучит сытно. Минхон. 2 Икухая Дора. Это 18 тысяч. Если я ровно справа игрока, то мне не хватает 1000 до второго места. Значит, и как раз справа я не роню чуна. А один тусу могу уронить. Но он уворачивается от пуль. Аркадий. Аркадий, прекрати. Только чуна не кидай. Аркадий, только не чуна. Ты можешь, а ты не можешь. Не-не, только не в 1000. Фу-ф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 у. Нет, это... Нам это не интересно. Ах, все опасно. Он сейчас каким-нибудь Тайлом Маном Цуму возьмет и пипец. Не, он сейчас так близок к победе, что, блин, нет. Он так близок к победе, что мне надо все-таки даже с него урониться. К черту, все эти правила. У меня одно взятие осталось.
Ну что ж, это второй даун, здесь уворачиваюсь от пуль. Жалко, что не собрал. Достаточно такая хорошенькая рука была. Отменяю пон на доре, все как надо. Имею три пары. Так, собрать что ли стандартную руку здесь? Совращает. Пин тоже все вышло вокруг рядом. Пятерка ман можно было оставить. Ничего-то я в нее не верю. Ее только ради четверки маны ставить нормально было. Вот так уже. Че побери? Чем я занимаюсь? Нет, все. Вот так. Боюсь, что Дора отсюда из моей руки может вылететь. Да, уже надо оставлять пятерку ман. Справа дилер, скорее всего, сейчас соберет свою руку. И я ничего не смогу с ним поделать. Хотя у меня есть шантен на какой-нибудь там пинфа и пейка, либо и пейка две доры. А что надо рисковать? Дора. Не важно, что у меня мало аутов, там надо все равно рисковать. Смысл сидеть домотенить дешевые руки. Либо он, либо я, но у меня мало шансов, тут всего три тайла. И у меня нету никаких адекватных предпосылок, что я вообще могу это вытащить даже. Скорее всего, это уже разошлось по рукам. Хотя, возможно, один тайл еще в тени завалялся. Тайл похож на шестерку соу. Может быть, я его сейчас вытащу, давай-ка посмотрим. Нет, это не он. Девятку кинул. С восьмерками нормально выглядит. 5 сол. Окей. Ну, он получил 50 очков. А вот здесь надо бы тоже ускориться как-нибудь. Нужно попробовать максимизировать и скорость, и стоимость в этой руке. Да, вот примерно такими взятиями, да, у меня хорошо получается. Так, север я беру, надо бы еще вот эту дуру строить. Так. Собрать руку и не потерять ни одной доры, возможно, потенциальной, это искусство. Так. Эники-беники, давай сейчас тебя выкинем. Люблю крафтинг пацанов, они опасные. Или чун. Два слова мне в каких случаях пригодится. Не буду думать даже об этом. Моя цель сейчас собрать быстро 3900 и забрать 3300. Ясно, ясно, ясно. С каждым бывает, все мы люди, все мы мажем. И эти красные братки, они просто ушли от меня. Я променял их на двойку сол, которая бесполезна. Пока что бесполезна.
пятерка пин не нужна, потому что я уже вижу здесь примерные 4 сета из пары. И посему решаю скидывать ее. Конечно, там могут быть потенциальные улучшения вокруг этой пятерки пин. Но там выбор был, грубо говоря, между пятеркой пин и двойкой соу. Ну, как бы я потерял Рянман. Но этот Рянман остался мне здесь. Правда, он уже полуубитый. Поэтому, возможно, да, пятерку пин можно было ради этого оставить. Но этот Рянман все равно не особо интересен. Потому что меня интересует север. Можно будет сыграть через оптимиста. Взять чина шестерки соу и ждать на север. Ну да, парниша, я по тебе соскучился. Че ж так все плохо, а? Слева дома ты на запад, читой что ли? Читой. Окай. Что ж, ничего не пошло. Тяжело как-то играется. А, нужно взять Пуцу Манган, видать. Это даст мне возможность. В руке преимущественно три тайла не в конницу. Это, конечно, опять оптимизм. Но здесь нету Доры. Надо пытаться собрать самую дорогую возможность этой руки. Плохие формы, 2 ман, 3 пин, что вокруг них соберешь. Собиралась бы очень долго. Поэтому надо там порисковать и идти в бустеры. Чем это плохо, идти в быстрые руки? Вернее, в дорогие руки. Потому что они, конечно, не быстрые. Но здесь даже если она соберется, она может даже быть недорогой. А еще я ускоряю рука справа. И это все очень плохо. Дикухай хоницу, допустим. Справа то и то и кухай хоницу, да? Давай. Ах, уж эти ветки соу. Так, ну у нас медленно собирается. В принципе, получить две тройки соу было бы вообще идеально. Ну да, две их. Осталось всего одна. Значит, надо получить сюда единицу и двойку. Ага. Стенка меня понимает. Сделаем так. Четверка ман. Потенциально опасно. А, справа, видать, юг лежит. Но тут я бессильно, надо было проверять, было будет как-нибудь. Он кидает Дору в Ханиман? Е, в Ханиман. Ну, братуха, с каждым бывает, не везет. Просто хуёвый никнейм себе выбрал. Брал бы, как у меня, вообще выиграл бы везде. И на европейских турнирах тоже. Так, Оросу, и теперь цель, чтобы игрок справа не собрал или чтобы я не накинул. Кажется, не самое тяжелое квест. Не, запад не мой ветер. Обидно немного, что и да, как что бы если не собирал, тут, по-моему, 20 тысяч разницы, да. Это даже Цума Ханиман не хватит. И поэтому, мне кажется, здесь даже борьба такая не особо нужна мне. Ну что ж, это Шантен на пинфу. И метрики будет достаточно для закрепления своего козырного третьего места.
Поэтому, который я скинул. Судя по дискарду, игрок справа уже скинул такой нормальный тайл один. Даже парочку. Он в шантене, возможно. Так, что это заходит? Потенциально хороший тайл, но он потенциально опасен направо. Все, он прокидывает опасные тайлы. Он походил, может даже уже домотенить. О, черт побери, мне не заходит нормальных тайлов. Это опасно. Блин, это можно бы даже было не кидать. Это опасненько было налево даже. Ага, домотен на 2-5 ман, но одна двоечка и три пятерочки. Ну а второй в любом случае. Ага, братуха. То, что надо. А это еще и Дора. Вау, вау, вау. Воу. Матч поинт. Such third place. Надо делать небольшой разбор этого ханчана. Я Дориан написал видео и играл, как заметно. Здесь я поменялся Рич напротив, скинул семерки. Рука не собралась. Он ждал на 4 пин, но взял под сумму этот тайл. Вот 4, вот 4. Вот еще 4, вот еще 4. Он вытащил последнюю четверку пин под сумму. Ну ладно, это нормальная игра. Так, я брал бы четверку сус. Ну ладно, неважно. Так, следующая раздача. Быстренько повторю. А здесь я вот отсюда скинул единицу пин. Вернее, там, не сейчас. Вот там справа речи, он ждет на 3 соу. Ох, дед, в речи номер же 3 кусо. Ясно. Там он открывается вот на Таньяо Саншоку 2 доры, вау, на 3-6 ман. Вот если бы я здесь кидал бы 4 ман, то был бы манган напротив. Ну и тут, учитывая, что мне сюда не зашло, почти ничего, это сбрасывать эти кости уже опасно. Я просто профалдил. Справа, конечно, ебало ее конкретно, такой речи кидать. За что, в принципе, его и наказало. Здесь что у меня тут? Здесь у меня дерьмо хэн было, ну я просто ничего не собрал здесь и по заходу. Так хотя бы какая-то попытка была чуть-чуть посерьезнее изобразить. Здесь у меня шантен, справа речи. На 1-4. А, здесь мы дошли до донатена. Следующий. Я накинул манган в этой руке. Посмотрим. Я собираю читой. Вот. Почему я кинул белого, я еще не знаю. Где можно кинуть было четверку соу? Потому что если я собираю читой, то белый дракон, если он выходит, то... Мне может зайти, я кину Ричи, и если у кого-то будет еще один белый, то он может его как-нибудь тоже скинуть, потому что он проходил совсем недавно. То есть, если я не брал на нем пон, то зачем я его держал, и как бы это было бы хорошим ожиданием. Мне почему-то привиделось, что там слева может быть Хоницу, потому что тут сбрасывались тройки ман, пятерки и эти. Ну вот там не было его. Странно. А зато справа есть. Тут целая куча пар. И он получает двойку ман, скидывает восьмерку. Вот хитрый жук, я вам скажу. Ну, хороший вейт, хороший вейт. Ну, что сделать? Вот эту двойку ман, то, что я скинул, это я уже защищался чуть-чуть. То есть, думаю, надо там присать, молясь. А он таки меня покарал за это. За то, что я присал. Ну, что ж. Ну, не знаю, я посчитал, что это более-менее адекватный сброс. Дальше. И шантен. Какие тайлы не вставляю в руку из этих всех. Тут не собрать темпая. Приходит Дора. Ого! Он берет сумму Дора, мне заходил бы черкоман. Я накидывал бы ему. И все, бобо. Это было бы, зачем не накидывал, брал бы под сумму, но это уже мелочи. Ладно. Тут мне реально принесло то, что я не получил темпай, потому что я понимал, что эта девятка, она опасна. Ну что ж. Дальше была моя сумма. Ну, потому что
Надо было уже рисковать, надо, иначе мне 5700, смысл играть с таким количеством очков. Ну, повезло, молясь, есть такое. И вот здесь... Что? А, он на тен еще. Эх, и он берет суммы. Двое команд, еще двое команд. Так, где мои все мои выигрышные тайлы? Слева две единицы. И чун, и уже мертвый чун. Ну, это хорошая игра, он защищался. Мой дискард выглядит очень весело. У меня были замены тайлов вот до сюда, и здесь я вышел в темпай. То есть, мне, видать, все тайлы улучшали мою руку. Ну, по крайней мере, так это выглядит сейчас, если посмотреть. То чувство, когда твою руку улучшает каждый тайл. Тут у меня две доры. Это кино Ричи. Ну, это на самом деле говно Ричи. Ну, тут все равно будут борт бороться. Как поменять, как улучшить этот вейт, ну я даже не знаю. Что, если получить эту семерку манды, если только вот если эту семерку манды, которую я получил, сейчас я получу, и кидать какой-нибудь пятеркой Ричи за 4-7, это чем уж какой-то вариант. Ну это, да, это говновейт, я тут спорить даже не буду, я тут надеюсь только на удачу. Иначе здесь никак не сыграть, но я не вижу. No way. Тройки скинуты. Далее. Далее какой-то... Далее план север. Но слева негодяй зажал в читу этот север. Ждет на запад. Вот мразишь, да? Скажете вы. Ах. Покарал. И вот тут самое главное, самое сочное. Начинает дыхать рука. Вот она выше антенне. Такая хорошая рука сейчас выглядит. Правда, я бы, видать, почему не собрал бы. Ахахахаха, заходит темпай. И он кидает Дору. Аза-за-за-за. Таньяо с пятерой Доры. Ну, кажется, тут в любом случае почти обосрался бы. Ну тут что, 5-8. Или я сыграл бы Какаги и сбросил бы в шестерки, ему бы шестер... А, нет, тут же той-той. А, тут и куха еще есть. Ну, короче, недорогая рука собралась. Не пошло. И за счет этого я стал третьим и собрал победоносный пинфач. Тут темпай на Таньяо Дора, если бы накинул, бы не проиграл. Мне кажется, повезло дико, это последние двое команд. Тут... Пардон, еще пятерка есть, ман. Это, походило, мой один из немногих аутов. Пятерка снесена, пятерка здесь. Пятерка мертвая, да, единственный тайл еще остался. Вот два тайла. Двойка это и пятерка это. Ну вот, это был первый ханчан. Он длился 43 минуты. Я хочу сыграть еще один ханчан во втородание. И, пожалуй, таки его сыграю. Так, немного отвлекусь на... Так, конференция. Никто ничего не пишет. Ну ладно. Даже ни с кем посраться не удается сегодня. Так. Это моя статистика по втордану на этом аккаунте. Я только вчера получил получил четвертый дан. Сыграл первый, второй, третий, четвертый, и вот сейчас занял третье. Имея 2.60, я потерял всего лишь один рейд, один пункт рейтинга. Ну вот пока маленькая дистанция. Посмотрим, что будет дальше. А, японец, японец и какой-то кудан. Ну ладно. О, хорошая рука. Потенциальненько. А, что же здесь собрать? Ох ты, первым ходом в дырку заходит. Well. Нет. Есть вариант собрать саншку один небольшой. Это надо получить четверку ман или четверку-пятерку. А, нет. Это... Не, ну все еще есть вариант собрать Саншику.
О, нет, мне кажется, я отказался от этого саншику. Нет. Эти доры меня захватили. Я легко поддаюсь. Ну плюс, конечно, еще девятки скинули. Катаны. Теряю возможность даря пейка. Было бы классно получить сейчас троечку сол и иметь домотен 11600. Вы знаете, я лакер. Что ж, домотенить смысла уже нету. Давай, поборемся, братуха. Под сумму это может даже ханиман будет. Сумма дельских аниман, это считайте, почти та победа. Потому что на 24 тысячи разница меняется. Ну ладно, это не будет сумма. Будет ли это урадора? Ну ладно. В принципе, и так очень хороший результат. Хорошее начало игры. С этим можно иметь первое место. Так, можно собрать на него две доры. Мне не мешает только девятка пин. Ну, в принципе, ему сейчас может зайти и восьмерка пин. Вау, 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 вау. Это надо быстрее собрать. Стоимость желательно. Чтобы он упал на дно океана. Это мы берем. Возможно, стоило сейчас открываться или скидывать не четверку пин, а шестерку сол. Потому что дору вряд ли скинут. Да и семерка пин выглядит не особо таким хорошим тайлом для сброса. Даже не знаю, на что мне здесь рассчитывать. Надо скидывать. Так, ясно. Этот парень ебалай. Ну, блядь. Я расстроен. Не, сори, бро, не пройдет. Так, 50 тысяч на втором ренчане первого стока. Ну ладно, ладно. Не про... Уходи отсюда, пес. Так быстро отказывается от игры. Ну, знает, с кем сил поиграть. Слабый противник. Так, девятки ман 2 вышло. Тут может быть с ними образоваться проблемка. Поэтому стоит уже смотреть в сторону сбрасывания этого Рианмана. Да, пожалуй, сейчас начну. Тут можно собрать пинфу и пейка или пинфу Дора. Так как вышел Тойман, мне нужно смотреть в сторону Ричи, скорее всего. Так, единица пин я оставлю, она против твоих безопасна. Хотя, это ведь не игрок.
Хотя у него такой дискард, как будто он собирает нормальную руку. По крайней мере, пытался. Так. Четверки сот 2 вышло, единица сот вышло. Это пока еще ничего не значит. А вот это уже знак. Well. Соберем так это. Ах. Давай так. Я прокину эту форму тоже. Буду надеяться, что мне дойдет в пинах. Нет. Хотя вот с таким дискардом ждать на какую-нибудь единицу СОП было бы крайне элитно. И мне кажется, это даже похоже на план. Вот только не заходит. Скинуто. Я вижу все семерки пин. И меня интересует, где находится восьмерка пин. Кроме моей руки, разумеется. Девятка. Девятка это такой своеобразный тайл. Даже не знаю. Тройку скину. По тем соображениям, когда скидывают единицы, там часто этими единиц, у них форма 1-4 и прочее. И там четверка, скорее всего, может быть задействована. Так, вот мне зашло почти. Да, это опасная игра. Но даже если один единица соло останется всего две, это будет хорошие ричи. Да, и оно есть. 3-3 в дискарде, это хороший залом. Ну, а мне он не понадобился. А еще Родору для счастья. Нет, не дал. Ну ладно, 62 500. Well. А, сейчас слишком просто идет. Надо бы закруглять эту хачан. Какой-то он слишком простой. Я, может быть, даже может быть, третий записать, не знаю. Сейчас буду думать об этом. Эта рука я что-то сейчас стал оптимистичить. Решил собрать Саншику 789. Оно немного не так пошло. Хотя кто знает, что сейчас будет дальше. Опасненько, конечно. Пусть они поживятся. Так. Справа цума на Ицу. Ицудора. Ну все, я больше не дилер. Но заходит мне тоже неплохо. Так, здесь нужно как-то добить катанов. Сейчас подумаю над тем, как добить. Чуна.
собрать эту руку. Нужна пара. Ага, спасибо. Так, ну я думаю, скину это сначала. Нет. Так, пятерка. Пойдем по пути оптимиста. Так, ну это, возможно, проебанная Саншику. О, два востока. Классно. А почему один здесь в карде? Ну ладно, это уже мелочи. Ух ты. Рука оптимиста. Тимпай на дору. Жмем во второн. У него дора в дискарде. Ребят, читайте это все. Дора в дискарде. Где ты? Кто случил играть? Ну ты мразь. Ну, как он такой цуму взял? А? Четверка в такой тане. У него единица сброшена, но четверка цуму взял. Но вот это он негодяй, я хочу вам сказать. Так, я вижу здесь три пары. Ты что, побери, что делать? Так, справа уже открывают руку. Нет, не буду брать толчуна, потому что я читаю мастера. Да, считается мастер, собирай, собирай, собирай. Давай. Рычи! За тремя тремя, за тремя тройками живет двойка. И шесть, блин. Не пацуцума, не повезло катаны. Читай, сука. Пятерка прошла. Давай, слева. Ну ладно, не надо. Я сам возьму. Ричит сама читой две доры. Well. 71 тысяча. Я как будто бы какой-то лаки зашел в килл-лобби и там нафармил соточку. Манган, манган, сума, сума, манган. Суммаханиман. Не увернуться. Вот Даматен. Он ждет 1-4 пин. Так. На Даматен не было смысла, я кинул. Рассмотрим ситуацию более плоско. Блин, это даже уже обширно. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть талов, которые он не получит. Потому что, допустим, игрок... Возьмем за основу то, что игрок слева и справа защищаются, и тогда он это титайл не получит. В таком случае, у меня два тая, вот это единица, это четверка.
Какова ситуация у меня? Раз, два у него. Три здесь. Пять тайлов. У меня пять тайлов выигрышных. У него лишь два. Тут, правда, стеночка не сделала хитрую штуку. Она три моих тайла положила в мертвую стенку. Она умеет это делать. Ладно, так что получается два у него, два у меня. Ну и арку слева заходит еще одна единица. Получается два к одному. И он накидывает. Ну, в принципе, так себе. Можно сказать, монеточка такая произошла. Здесь у меня Таня у Тридора, возможно. Меня вот заходит сюда. Ну, тут парень кидает семерку пин скоро, скинет ее. Я беру на ней пон, выхожу в темпай. И ему заходит Дора. Неприятно. Но он уже темпай на такую солидную руку. А, здесь темпай на двойку соло слева. На двойку соло или на восьмерку ман. И он считает, что кинув такой речи, он заломил на восьмерку ман, да у него уже Айда Йонкин 4-9 дискарде. Восьмерка ман не так просто вылетит. С другой стороны, учитывая, что сброшен на кучу единиц, тут очень, возможно, редко будет что-то там близко к этому. То есть двойка соло, возможно, не в руках лежит, поэтому лучше кидать на нее было речи. Не знаю, я бы так кидал. А 4-8, она такая более опасная выглядит. Не потому, что я собираю руку. Это даже потому, что я собираю руку. У меня 2 семерки, он за ней 8-ку. Кинул, она реже полетит мне в рон. Ну ладно, двойку так двойку. У меня 1-6 дискардия, тут двойку кидает. Короче, это фейл, это 5-й дан. Ну ладно, с каждым бывает. Тут я собирал, я тут где-то вот здесь я немножко проиграл. Ну да, проиграл, правда-таки. Потом мне зашло раз, зашло два. И вот здесь лежит третий вариант. Слева Чи. Да, вот последний тройка здесь. Ну, в принципе, если он где-то когда-нибудь в защиту уйдет, то такой, если не будет в моих тайлов, если не будет чем защищаться, он, может быть, когда-нибудь скинет. Но это было бы актуально, если бы я кинул бричи где-нибудь вот здесь. Ходов за 10 до этого. Того, может быть, единицу эту скинул бы, учитывая, что их две вышло, он видит все 4 тройки. Тогда бы да. Он так, конечно, вытащил свой последний выигрышный тайл стены под суммы. Причем под суммы. Тут вот это точно ряд удачи полностью. Дальше там. Дальше как-то ересь заходила. Я ее что-то слегка плохо сыграл с ней. Последний 8-ракосов вытащил. Ну ладно. Да. Ну и в конце мой ханиман. Правильно ли я посчитал насчет двоек пин? Мне это интересно. Ведь иногда люди скидывают тройку пин, закрепляя пон двоек пин. И тогда получаются проблемы. Кинул речи, где двойки пин? Слева ни одной, справа ни одной. Напротив. Напротив таки левак. Ну, у него ни одной, тоже повезло. Нет, то не повезло, не могло бы еще что угодно там быть. Итого, как оказалось, 3 двойки пин в стене. А в отличие от 8-ман, которые 2 в руках, тут были намного большие шансы. 8-ман вообще 2 в руке и 1 здесь. Поэтому последний шанс, чтобы мне накинуть 8-ман, если игроку справа придет 5-ман. Он скинет 8-ку из-за такой формы. Только если так. А так вполне нормальная сумма. Ну что ж, я разобрал и второй ханчан, мне в нем повезло. Конечно, тут повезло слишком сильно, тут нельзя это расценивать как полностью адекватно сыгранный ханчан, но в то же время такие ханчаны даже тоже случаются, когда везет очень хорошо или наоборот, всем везет, а тебе не везет. Я рассматриваю эту игру с позиции там, кому повезло больше, но в то же время нужно иметь определенный навык, чтобы не совершать грубые ошибки. И в то же время зачастую тактические ошибки. Не сбрасывать, не ускорять чужие руки, когда они ваш противник. Не удорожать чужие руки. Это тоже не стоит этого делать. Стоит играть более сдержанно и думать о каждом принятом решении. Что ж, я сыграю третий ханчан. Я уже видео пишется 1 час 5 минут. Но думаю, еще минут 30, и можно бы все это
Минут 30 было бы нормальным временем. Да, я, пожалуй, еще раз сыграю. Справа 9 дан, 2068 рейта. По-моему, я где-то эти иероглифы уже видел. А, ну это же японец, точно. Так, надо что-то собрать. Так, юг не нужен. Что-то был 9 дан, 2168 рейта в данном лобби. А, ну он хотел потестить свой уровень игры против меня, разумеется же. Придется его наказать. Так, надо что-то здесь скидывать. Драконов не хочу, девятку пин скину. Последняя единица. Так, пятерка. Давай белого. Шанпай белого, потому что если кто-то кинет рищи, по крайней мере, мне будет казаться, что чун безопаснее. От всего я, пожалуй, его оставлю. Так, ну если лучше сыграть вот так, типа появляется новая дырочка. Так, здесь я скинул так. Ага, зашло. Так, тебе надо что-то выбрать. 8 ман кидать не хочется. Кину 3 соу. Так. Если я здесь соберу руку, что же я буду ждать? Будут плохие вейты. Нужно сделать из 5-7 какой-нибудь рядом здесь. Желательно четверкой пин, конечно, а не восьмеркой. Но это дору скидывать. Плохой вариант. Сделать из этой руки хуже, тоже плохо. А что ж тут делать с этой шестерой там? Так, сыграем. Немного плохо, но мне не хочется скидывать ни 5-7 пин, ни дору. Хочется оставить все в руке, это порой невозможно. Но я сейчас фактически сделаю из шантена вариант шантен. Вернуться обратно. А где безопасный тайл у меня вообще? Ясно. Надо кидать двойку. Нет, я так долго думал, что можно сейчас. Фуф, ладно, хорошо. Фу, в запад. Ого. Почти саншаку. Хитрая речи, как во Фтородане. Девятый дан кидает. Ах, так. Потенциальный джунчан. Потенциальный. Это правда, нужно получить конкретный тайл, девятку ман. Потом еще двойку соу, потом еще что-то типа 7-9 соу. Что ж, это долгий путь достаточно. И тут нужно быть преисполненным оптимизмом и верить в то, что это зайдет. Я скинул Дору вторым ходом, да. Когда я пишу видео, я немного отвлекаюсь от игры. По адекватному дору надо было вставлять. Но надеюсь, меня не накажет. Рука плохо изменилась. Не заходит сюда, и вот сюда. Так, дора 2 вышли. Средняя стоимость рки понижена. Ядро. Две тройки вышло. Да, лучше ядро скинуть. Что ж. Вот спустя 9 ходов я получаю 9 ман. Теперь. Ой, зятка соло осталась всего одна.
Не прошло. Ну, чем вам сказать? Оно было опасно. И четверка, и восьмерка СО, которые я кидал бы следом, они были опасны. Возможно, стоило бы отказаться от этой идеи. Но меня что-то на меня надавило то, что я видел, что доры какие-то вышли. И то, что там открыта рука, и там нет до бутона, и там, скорее всего, не будет убер стоимости. Это немного расслабило меня. Ну что ж, 2900 это еще не поражение. Но уже достаточно так сделал мне неприятно. Хотя кто во Автордане умеет делать приятно? Тот, кто проигрывает, наверное. Так, получаю Ряман. Так, надо что-то здесь скинуть. Скину это. Надо бы здесь нарастить бы Саншику, но вот как это сделать сейчас? Нужно получить скорее семерку, восьмерку Соу. Нет, Дора не нужна. Дора тут такая не нужна нам. Нет, я брать не буду. Ага. Так, теперь осталось дело за малым. Получить 4-5 пин. Так, это проебович. Не буду кидать речи. Нету, сейчас уже буду. Тут появляется Саньяла. Шантен Таньяо, и это уже какую-то стоимость имеет. Ядро чуть опаснее вроде бы, чем 800. Хотя даже не знаю, как это расценивать. Чун. Скин 3-4 восьмерка СО, они могут подумать, что я там типа улучшил 6-8, поэтому же он 4-7, а у меня четверка здесь. Несостыковочку. 9 ман уже опасный тайл. Сумма. Вау, вау, вау. Блин. Сумма, который. Фу. Вот тут есть что-то хорошее в этой руке. Тут есть Дора, тут есть возможность на Чанту, но Чанту здесь как-то говнарски будет. Мне лучше не проще какой-нибудь коннектор получить к Доре. Или тупо собирать Хоницу, как я люблю. Терзают смутные сомнения. Неужели это все-таки Чанта? Нет, это тупо Чанту собирать. Посмотрим, это может быть даже Ицу быть. Дорос, давай. Вообще потенциально все это. Вот только со стоком надо что-то сделать. Например, получить. Блин, так начал хорошо заходить, что я жалею, что я скинул юг. Так, Тойман берет Сума, и это Юкхай 2. Ну что ж. Рука у него была быстрее.
дождался ветра. Где моя чива? Тут даже такая надпись справа чива. Чифанлокмент. Уже час 16 записываю это видео. Три ханчана — это уже так более-менее нормальная дистанция. Думаю, все-таки последний ханчан для записи на сегодня. Но, разумеется, далеко не последний игровой ханчан для меня. Долго я пытался попасть в это лобби опять заново. Прошел целых 200 ханчанов. В этот раз мне тяжело дался этот путь. Заходит Дора. Вот бы у меня тоже тройка суши зашла, я бы обрадовался. Эх. Давай двоечку. Ну, он все тройки скинул. Ну, не все, ладно. Давай еще одну вытащишь, четвертую. Ну что ж ты такая? Пон не сбросил. Петух! Неужели 5-8 ман ждет? Только бы их не вытащить, и не 5, не 8 ман. Неплохо. Пять, восемь ман, 4-7 пин я вижу здесь. Что-то из этого. О, симпин просто. Ну ты габунар. Внутри пол шестерок лежит. Ну да, мне без шансов было. Так. Четыре пары. Ну, я думаю, вы все поняли. Если смотрели прошлую часть. Тацу, тойцу, читойцу. Что? О боже, он меня контрит. Нет. Вот говнарь, а. Надо догонять теперь. Поберись, я похудел опять третье место ему. Оптимистично бы, конечно. Только не надо пар больше. А? Да, хотя бы так. Две команды, даже не улучшение. Четыре пары.
Ну, это частая ситуация, частая. Странный заход, да. Ну что ж,  пойдем-ка мы в страшную игру играть. It's not enough, блядь. Сука! Нет! Нет! Это был тупой рещи, я кидал бы этой двойкой. Хотя там был 2.8 дискард, взял на пятерку, но это все равно очень дешево. Эх. И Шантен на сванка потерян. Что ж, 8 тысяч до этого. Все еще могу. Ах, руки опускаются, что мне заходит, а? Три пары. Справа сейчас соберет буфера руку, он уже хорошенько понаоткрывался. Я доверяю его скорости. Не хочу им накинуть снова. Я всем уже понакидывал здесь. А ему не хочу. Да, пожалуйста, Ханиман. 2000. Так, у нас еще есть три раздачи. Или если я вылечу в минус. Так, 8-9, 6-7-8-9. Да. Зато здесь есть дырка и готовые чьи. Что тут нужно, чтобы тот собрал сумму Ханеман на его дилерстве? Или снял с него манган. Такие вещи не часто проходят. Даже если бы я со старта получил такую руку, как сейчас, она все равно была бы каким-то дерьмом. Нет. Пин. Ну да, две восьмерки скинул. Чем это девятка теперь? Бич. Делать-то. Какие вы хитрые, ребятки. Четыре пен только вижу. Что я могу скинуть еще? Ну, грубо говоря, что можно было шторк соки дать как-то там по теории какого-нибудь там супер залома. О, петушара. Вот это он фолдит против Ричи. Вообще, западом без... Блин, и кухайлы фолдит.
ага. Это good. Шансы все еще остаются. Вот, это надо собрать быстро, быстро, быстро. Ёжик Соник, ускоряй меня. Так, нужна семерка пин. Или нужно сюда построить пару рянманов? Кондор на 3. Ну, блин, ну все ясно. Короче, мне посрать, я не буду защищаться. Тут хорошая рука слишком. Ну, вообще хорошая. Нужна семерка пин. Все голосуем за нее. Нет. Вот так я играть буду. Этот тайл был чуть-чуть опасный, если бы кидал бы через пару ходов направо. Речи говоришь? Блин, даже ответить нечем. Так. На кой стул сесть? Я сам вот такой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не заходит. Да что ты мне кидаешь, Ан? Ну темпа не приходит, ёб твою мать. Два пина или восемь пин? Все это мега опасно, дай восемь. Все это мега опасно. Блядь, ну все, нет, не хочу собирать. Они же семерки манси прокинули. Им норм. Небольшой ресурекшн. Но семерки ман уже прокинули все равно, пидоры. Единица со шанпай. Сыграем по-страшному. Надеюсь, не покарает сейчас семерка или четверкой. Эх, к черту. Блин, эту двойку можно было брать. Че он ждет-то? 1-4 ман. Ясно. Тут темпа на четверка ман в танке. Ну что ж. Я все еще не потерял возможности. Все еще можно думать о цумах и внимания. И дышать свежим японским воздухом. Так. Как бы здесь подороже сделать? Танпинсан, Шаку, давай. Или яйцо. Так. Ага. Ну, яйцо это, конечно, оптимистично. Или нет? Что делать, если мне сейчас зайдет двойка шестерка ман? А, на, может быть, мне, блин, я еще думаю, 10 обыцу или от Пинфедора. Даже еще не знаю. Надо, короче, первая попавшая речь по ходу дела. Это у меня на 2-5-8. Ах, я не могу позволить себе кидать такие тайлы.
Дор не видно. Дора мог быть слева. Это темпай на танке 900. Нет. Просто 7 пин скинул. Танки 2-5 ман. Убитый почти двоит. Танки 1 ман. Неплохой воет. Рич. За 4 двойками ман единица лежит. Хороший воет. Хотя уж более мне кажется, там слева хольницу, эта единица ман там могла пригодиться бы. Ричи Дора. Дешево и нифига не сердито. Ну что ж, сейчас ключевая раздача, у меня есть шанс отыграться. Так, вижу пару востоков, вижу, что еще вижу, нихуя, нихера не вижу. Вижу масть какую-то. Пон востоков, и надо как-нибудь все это ускорить потом. Так, возможно, это нихера не масть. Дора. Получить еще одну Дору было бы благословлением сейчас. Это не масть, точно. С чего бы начать? Скину этот тайл. Не хочется скидывать чуна. Хочется получить еще одного чуна, и все ок будет. Ну, допустим, я перейду выше антенну таким способом. Зайдет чун, я могу сбросить 4 ман. Ладно, уже не важно. А! Масака, сука. Well, well, well. 11600 можно. Нет! Блять! Расстройство. Это был мой единственный шанс отыграться. Блин, теперь уже только Цуму Ханиман. Это все, это пипец. А, ну это если Цуму Ханиман, то это Минхон. Нет. Нет, нет, нет. Ох, какая сейчас была хорошая рука. Черт побери. Он успел прокинуть. Не успели прокинуть чунов. Вот негодяй. Ядрить их. Что это? А что я думаю, меня ждет косов в дискарде. Кидают алики. Ну а что я смогу сделать? Цума Манган не дает мне ничего. Хотя если дилер сейчас соберет 1004 с моего игрока слева, это будет норм. Не, он, по-моему, не хочет собирать 4000. Он хочет закончить. Держи. Ведь ничего не сделаешь. Это уже давно не моя игра. Я сейчас надеюсь только на слепую удачу. Если он сейчас накинет этому руку справа
Ну ладно, да, я же не подумал об этом. Не смысл. А, да, теперь ты стал строчкой выше. Ну что ж, это поражение. Как не обидно это признавать, здесь я проиграл. Я накинул в целые... Вау, я накинул в целые 10 тысяч. А собрал... Ну, почти ничего не собрал. Здесь я накинул в говновейт, но здесь что-то могу собрать. Здесь был Шантен и Джунчан. По-моему, это нормальная причина. Там кинуть такой тайл в середине второй полоски. Вот я откопил. Вот мне заходит темпай на тройку ман. Вот берут сумму тройка ман. Ну, короче, неважно. Тут я, блядь, ну пипец он. Тут я накинул ему, значит, блин, пипец. Накинул 2000 на четвертом ходу. Тут вообще фейл. Тут рука могла собраться во что-то грандиозное. Или нет. А там напротив Доматен. Туповатый Доматен. Но он мог, конечно, его улучшить как-то там. У меня тут есть не свифл. Да, когда такой рич на пятерку ман, это вообще пипец, не ок. Ну, собрал что-то. Где-то что-то не пошло. Вот здесь был хороший шанс сейчас. Шум заходит. Этот товарищ берет сыма. Ну что ж, ладно, не пошло. Это была моя сессия три ханчана игры на Тенханет во Втородане. Мне слегка где-то везло, где-то не очень. Первое место, конечно, мне очень сильно везло, да, не спорю, но как мне заходило остальные два ханчана, вы видели сами. И как там сделать сыграть лучше, там я не нашел пока. Не нашел пути, no way. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Мы можем посмотреть, разобрать некоторые мои, возможно, ошибки какие-то и сделать мою игру лучше, соответственно. Спасибо за просмотр.